Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizsam.ru. На нашем канале выходило уже очень много видео из Дубая об инвестировании в недвижимости, об отдыхе, о правилах въезда, о банковских картах. Вот если вы не смотрели еще эти видео, например, рекомендую посмотреть интервью об инвестициях в недвижимость, где рассказаны все подводные камни и нюансы. Ссылочка будет под этим видео, а также подписаться на наш телеграм-канал. А в этом видео я вам расскажу, как можно получить 12-13% годовых от сдачи недвижимости в аренду в Дубае в твердой иностранной валюте в дирхаме. Это срочное видео, оно не планировалось, но появилась такая вот уникальная возможность, и о ней я вам хочу рассказать. Вложение это непосредственно именно бизнесовое. У Seven Tides осталось около 6 квартир сейчас в наличии. Вообще, коротко скажу, что деньги можно перевести из России для покупки недвижимости, в том числе в рублях, и зафиксировать курс валюты. Дирхам – это очень стабильная валюта, которая жестко привязана к американскому доллару на протяжении последних 30 лет. Вложить недвижимость в стабильной валюте и получать 12-13% годовых. Если вам интересно это, обязательно досмотрите это видео до конца. Я дальше передам слово моему хорошему другу Антону Москалеву, с которым как раз уже записывали интервью из Дубая. Потому что он вам подробно расскажет и прям покажет эту недвижимость и каким образом получилась такая уникальная на данный момент ситуация. Но не откладывайте с решением, так как эта возможность может очень скоро перестать быть, существовать. Также подробности вы найдете по ссылке в телеграм-канале, в нашем телеграм-канале о недвижимости в Дубае. Так что переходите по ссылочке. И не забывайте такой момент, что при покупке недвижимости в Дубае от 205 тысяч долларов можно получить автоматически резидентскую визу. Это вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. И спокойно жить в безопасной стране, улетать оттуда, путешествовать по другим странам. Вот эту возможность дает резидентская виза Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому покупка недвижимости, помимо того, что вы можете просто проживать в этой стране с семьей, можете один проживать, дает вам возможность оформить резидентскую визу, аналог вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Тоже не забывайте об этой возможности, она сейчас очень-очень актуальна. Это один из самых легких способов получить вид на жительство в развитой зарубежной стране. А дальше передаю слово Антону, и он вам расскажет все подробнее. Пока мы монтировали данный ролик, компания Seven Tides разместила предложение о продаже односпальных апартаментов, студии и двухспальных апартаментов. Стоимость студии начинается от 460 тысяч дирхам, что немногим более чем 100 тысяч долларов. Однокомнатные апартаменты от 200 тысяч долларов и двухкомнатные от 300 с копейками. Это трехкомнатные апартаменты стоимостью 430 тысяч долларов. Аренда на сегодняшний день годовая стоит 65 тысяч долларов. Доход вы можете как бы сами посчитать, и вы реально поймете, в чем уникальность этого предложения. Итак, дорогие друзья, я хотел вам сегодня рассказать немного о компании Seven Tides, для того, чтобы было понимание. Я где-то выше в своем телеграм-канале делал пост, и по реакциям не заметил такого, знаете, интереса именно к этому объекту. Я понял, в чем был нюанс. Достаточно, ну, просто необходимо, наверное, рассказать это словами, объяснить вам, какая на самом деле есть картинка с этой компанией, что это за компания и что за проект, и почему именно о нем я хочу вам рассказать. Потому что вложение это непосредственно именно бизнесовое. И сейчас скажу вам почему. Первое, значит, что такое компания Seven Tides? Первая компания частная, местная и строит точно объекты. Каждый объект у них знаковый. Они строили Анантару здесь на Пальме. Они строили вот соседний отель, где мы сидим, находится Дюкс. И сейчас Seven on the Palm. Seven Tides построил Ибн Батута Молл. И еще он построил Анантару на островах. Еще один лакшери отель, который пользуется бешеной популярностью здесь, в Дубае, среди туристов со всего мира. Поэтому компания очень известная, локальная. Всегда все строит и всегда все сдает в исключительном качестве. То, что заявляет, гарантирует и отдает именно в этом виде. Еще один момент, который мне нравится у компании Seven Tides, это непосредственно то, что у них модель бизнеса выстроена без вот этого глобали маркетинга. Потому что все компании на рынке Дубая, так как продают везде по всему миру, они, соответственно, делают очень помпезные шоу, они постоянно это презентуют, они делают крутые ролики и вот облепляют это все таким супер
дорогим маркетингом. В компании Seven Tides такого дорогого маркетинга нет, и я считаю это непосредственное преимущество компании. Она выстраивает бизнес через агентскую сеть, и это очень важно для вас, как для финального потребителя. Теперь, что касаемо проекта GolfUse, в чьих шоу-апартаментах мы сейчас находимся. GolfUse располагается на территории GLT. Это район-близнец Дубай-Марины, если вы представляете, Дубай-Марина. Дальше идет Шейх Заед Роуд, это центральная автомагистраль, которая соединяет Абу-Даби и Фуджейру, то есть там сумасшедший просто пассажиропоток. По этой же дороге проходит ветка метро, и в GLT в самом начале, буквально 7 минут я еду от Пальмы на машине, располагается как раз объект GolfUse. Он был анонсирован в 2017 году. С 2017 года они продали практически все квартиры. Все средства поступили на эскроу-счет застройщика. И была нанята подрядная организация строительная, которая не имеет отношения к Seven Tides, то есть имеет только в части договорных отношений. Она должна была построить до 20% этап строительства. И, соответственно, когда государственный орган РЭРа приезжает, делает свою инспекцию и говорит о том, что да, уровень строительства в 20% достигнут, средства на эскроу-счете застройщика размораживаются и переходят в строительную компанию, и она строит дом дальше. Данный дом в GolfUse, он имеет 2500 квартир. Для понимания, стандартный дом, не знаю, небоскреб в бизнес-бэй, да, он имеет 400-500 квартир. Поэтому 2500 квартир – это огромнейший дом, с которым этот строитель просто не справился. В связи с чем у Seven Tides возникла ситуация, когда наступил ковид. Мало того, строительная компания не справилась с необходимым объемом, не смогла достигнуть 20% этапа, и средства остались на эскроу-счете застройщика. Получилась на самом деле очень глупая ситуация, когда да, средства инвесторов охраняются законом, и они хранятся на эскроу-счету, а с другой стороны проект не может достраиваться, так как строительная компания не выполнила свои обязательства и не достигла 20% порога. В связи с этим, эти 3 года продолжались судебные тяжбы между компанией Seven Tides и строительной компанией для того, чтобы строительная компания ушла с объекта. На сегодняшний день, и хочу отметить, Seven Tides до этого дня ни разу не рекламировала свои квартиры, естественно, в этом проекте. То есть они как бы с пониманием относились к этой ситуации, что действительно доля вины есть на них. Они заключали этот контракт. Но они не продавали эти квартиры. И лишь когда они решили все свои вопросы со строительной компанией, наняли нового подрядчика, это было буквально 10 дней назад, соответственно, у Seven Tides осталось около 6 квартир сейчас в наличии, которые возможны к покупке. Компания Seven Tides анонсировала проект GolfUse вновь и разместила предложение о продаже односпальных апартаментов, студии и двухспальных апартаментов. Стоимость студии начинается от 460 тысяч дирхам, что немногим более чем 100 тысяч долларов. Однокомнатные апартаменты от 200 тысяч долларов и двухкомнатные от 300 с копейками. Я считаю, что это супер привлекательная цена для отличнейшей на сегодняшний день локации в GLT. Также компания предлагает уникальный план платежей. 80% вы оплачиваете до декабря 2024 года и 20% вы оплачиваете в процессе первого года после сдачи объекта. Это позволяет вам не полностью гасить сумму. Вы уже можете с заработанных денег, которые принесет вам первый арендатор, собственно, погасить последний платеж. Комнатные апартаменты стоимостью 430 тысяч долларов. Для понимания, опять же, сегодня на рынке такие апартаменты стоят уже 680 тысяч долларов. Вы можете посмотреть это во всех приложениях, на различных сайтах по продаже недвижимости. 680 тысяч долларов – это цена трехспальных апартаментов в GLT. Аренда на сегодняшний день годовая стоит 65 тысяч долларов на такие трехспальные апартаменты. Поэтому доход вы можете как бы сами посчитать. И прибыльность этого предложения, и выгодность этого предложения тоже можете посчитать. Почему это так выгодно? Да потому что вот такая ситуация возникла именно с этим застройщиком на данном объекте. Им нет смысла сейчас там переоценивать эти квартиры, хотя я уверен, что в ближайшее время они почистят там свой сток. Кто-то, возможно, за это время уже расторг какие-то контракты, и будет, возможно, переоценка данных квартир по рыночной стоимости. Потому что на сегодня предложение ну, просто супер выгодное. Мало того, есть рассрочка. Значит, 50% вы выплачиваете до 2024 года, до где-то до июля.
10% вы оплачиваете на ключах, то есть, допустим, декабрь 2024 года, и потом 40% вы еще платите в течение 2 лет после того, как вы получили ключи от квартиры. То есть квартира у вас уже сдается в аренду потенциально за 2 года, если даже по сегодняшним ценам считать, это будет $130 000 за 2 года аренды, а выплата у вас 40% от $430 000, это около там $200 000, да? По факту получается, что вы потратите своих собственных средств без учета вот того, что от аренды получите около $300 000. Это то, что вам необходимо для того, чтобы приобрести 3-спальные апартаменты. Я еще раз настоятельно рекомендую вам либо созвониться со мной и пообщаться на эту тему и посмотреть, какие есть объекты на рынке, либо самостоятельно пройти, допустим, посетить Property Finder, Beute, посмотреть, почем такие квартиры на сегодняшний день есть на рынке. И вы реально поймете, в чем уникальность этого предложения. Мы сейчас пришли посмотреть шоу-апартаменты в комплексе Golf Views, который будет GLT, о котором сегодняшняя история. Поэтому проходите за мной, я сейчас вам расскажу, как это выглядит изнутри. Это апартаменты, односпальные шоу-апартаменты, поэтому на них можно смотреть не в части размеров, а в части отделки и с чем данная квартира будет предлагаться. Квартиры идут полностью мебелированные, поэтому вам не нужно беспокоиться ни о чем. В 2024 году, в декабре, вам отдают ключи от этой квартиры, и вы можете либо сдавать ее в аренду, либо, соответственно, проживать в ней сами. Она будет полностью оборудована так, как вы видите здесь на примере. С чего здесь начать? Однозначно кухня, кухонные гарнитуры, холодильник, микроволновая печь, духовка, газовая плита, раковина, смесители, посудомоечная машинка. Вот такой вот хороший барный островок. Соответственно, здесь можно совершенно спокойно пить кофе. И если вы выбрали квартиру с видом на гольф-поля, то наслаждаться еще и гольф-полем. А если это вид на заднюю часть, на озеро и на стоящие рядом небоскребы, то это тоже очень интересный и увлекательный вид, особенно в вечернее время, наверное, это будет здорово. Здесь при входе располагается ванная комната. Это ванная комната для гостей, гостевой туалет. Поэтому он всегда идет вот так при входе, в принципе, практически во всех квартирах в Дубае. Здесь все будет оборудовано исключительно так же. То есть это будет и смесители, и непосредственно и зеркала, и все, что туда входит. Здесь будет вот такой комод, который встроен в стену. Он тоже, естественно, идет в комплекте с этой квартирой и изначально встраивается. Весь дом будет оборудован системой кондиционирования, соответственно, выключатели, которые регулируют свет в данной квартире. Будут диваны, будут стулья, будут столики кофейные, соответственно, да, вот именно так и будет выглядеть эта квартира. Единственное, не обращайте внимания на размер, так как это пример односпальных апартаментов, а по факту сейчас в наличии есть только 3-спальные апартаменты. Это спальня. Выглядит она вот так. И, кстати, для понимания вам, рядом, где мы сейчас находимся, стоит отель Seven on the Palm. Он уже сдан в эксплуатацию, и в ближайшее время люди будут заезжать от этого же застройщика. И там использовалась полностью такая же мебель. То есть продукт, который совершенно рационально отражает стоимость. И вообще мне Seven Tides именно этим и нравится. То есть у них всегда логично принятые решения в части затрат. Поэтому если это GLT, если это не супер премиум лакшери какая-то недвижимость, то цена-качество в этом объекте всегда на уровне. Поэтому вот посмотрите, какая спальня, как она приблизительно выглядит. Здесь, соответственно, есть гардеробная часть, где можно хранить одежду. И далее уже непосредственно это ванная комната. В данном случае она представлена душевой. Естественно, в 3-спальных апартаментах, когда будет мастер-бедрум, там будет стоять непосредственно ванная. Итак, это у нас гостиная. Она на самом деле будет немного большего размера. Можно будет на плане посмотреть, какая ширина и какая длина. Но это односпальные апартаменты, поэтому здесь немного урезанный размер.
Там квартиры трехспальные, 140 квадратных метров, поэтому они немного больше в размерах. Но что идет, допустим, чтобы вам было понимание, что будет в комплекте? Однозначно вот эта вот вещь, которая идет встроенная в стену, поэтому вам для полной картины на этой стене не хватает там образно телевизора. Однозначно идет кухня. Вот этот барный столик, за которым вы можете пить по утрам кофе. Вот эта встроенная гардеробная часть, какой-то комод, зеркало и так далее. Это тоже будет в любом случае встроено и будет именно в таком виде предлагаться. Здесь при входе у нас, значит, всегда, в принципе, в Дубае при входе есть ванная комната, гостевая ванная комната. В принципе, вот так она будет выглядеть, именно в таком виде она будет сдаваться. Для тех, кто не знает, хотелось бы добавить, что рассрочка в Дубае от застройщика – это совершенно беспроцентная история, которая не требует от вас предоставления каких-либо дополнительных документов. Она просто позволяет вам вносить платежи соразмерно этапам строительства. Всем спасибо, пишите, обращайтесь.